того, что ли? Да точнись, ёпта. Паха, ты чё? Паха, ты чё делать-то собрался, алё? Я не знаю. А кто знает, блядь, а? Я тебе говорю, ты очнись, блядь. Ты чё? Мне надо ехать. Вот нихуя себе. Куда? Туда. Я поехал, короче, всё. Надо ехать. Ты куда ехать-то собрался? Ты чё? Ты чё, Валера тебя расчленит нахер? Да ты очнись, ёпта, Паха, ну. Ты чё? Всё, я сказал. Паха, да ты чё, правда, что поедешь? Ты как поедешь-то? Ты чё, напрямую решил? А как? А чё делать? А по-другому никак, короче. Да почему по-другому-то никак, Пах, ты чё? Потому что. Да подожди ты. Алло. Ёпта. Пах. Да дождь. Пах. Погоди. Слушай, ну и что, вот ты вот прям к ней сейчас и поедешь так, да? И что ты ей скажешь? Скажу, что все. Что мне еще-то говорить? О, нормальное заявление. Ага. А если Валерку узнает, что будет? Он же тебя расчленит нахрен, Пах. Нахуй Валерку. Я поехал, короче.
Ты меня знаешь? Привет. Да, кажется, знаю. На свадьбе. У Андрюхи Евсеева, короче. Да, на свадьбе помню. Помнишь? Да, помню. А ты, короче, это, знаешь, что я смотрел? Как? Ну, это, ну, как объяснить? Ну, ты, короче, помнишь, как мы смотрели? Кто мы? Ну, я на тебя, а ты на меня. Или ничего этого не было? Как? Ты смотрела на меня или нет, короче? Маш. Машка, все, идем. Я видел, ты смотрела. А что ты смотрела? Я не знаю. Я, короче, тоже не знаю. Но я знаю, что я больше без этого не могу. Вот что, короче, я знаю. Машка, я кому сказала? Идем, а то сейчас отец за тобой придет. Слышь, что я говорю? Еще не можешь? Для того, чтобы не выяснить, короче. Чего выяснить? Ну, что мы смотрели, короче? Я даже не сплю больше. Маша, иди ко мне. Я сам не понимаю, что происходит. Ты не знаешь? Нет. Маша, я кому сказала? А я здесь. И что будем делать? Нельзя, он тебя не любит. Я хочу погладить. Нельзя, он тебе палец откусит. Пошли, папа ждет. Папа, можно я скажу? Сходи. Я вот сюда поставил, руби мне. Так. А чем мне теперь рубить? Пока что ни о чем. Вот мне рубить этой. Это я не могу рубить. Так не рубят. Все равно руби. Нет, я не могу. А почему? Вер! Вера! Отдай это. Это нельзя рубить. Она далеко. Вер, ну что, может, поедим? Не знаю, вы хотите? Все, Маш, убираем шашки. Ты убираешь. Давай, давай. О! А кто это там? Вер. Это этот, что это? Как там его?
Андрюхин, короче, друг, что ли? Этот, Чиганага, короче, совхоза. Ты на свадьбе-то у Андрюхи Евзеева помнишь его? Помню. А что он тут делает? Ты не знаешь? А? Нет. О! Че это он тут? Дмитрич ждет, что ли? Так Дмитрич, ты уехал. Данные отвозить. О, пошел. Не дождался, короче. О! Веру на машине. Бульдозер ему в сраку. Валер. А чё? Бульдозер, это чё, мат, что ли? Да и срака тоже. Чё, мат, что ли? Галь, тебя что, изнасиловали? Что случилось, а? Ой, Паха. Я сейчас вон там, вон за врагом. Так классно появилась. Коза! Thank you.
Он ей палец откусил, в больницу надо бежать. Митричу, блядь, за машиной! Быстрее, ты что стоишь? Стой! Иди в дом, неси лодку и нож, быстро! Ну все, 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 все. А нож зачем? Не спрашивай, водка, нож или ножницы? Отпусти! Отпусти! Ты сидишь, у тебя дочь умирает, беги. Вот так. Машка заснула, я ее водкой напоил. Как водкой? Ты че? У пьяного меньше болит. Митрич уехал, будет завтра утром. Что делать? Ну ничего не делать. Я ей там все забинтовал. А завтра Митрич приедет, повезем в больницу. Что делать? А сейчас-то что делать? Нечего делать. Возьми у капеля, закопай. Я к нему не притронусь. Тварь сраная. Девочка моя, что? В доме спит. А кобеля убили. Ой, слава богу. Прости, Господи. Пасть хочешь, что ли, а? Там... Это, короче... Андрюха мой, прям в кустах, около хутора, галку карасиху тарит во все щели, на чем свет стоит. Андрюха за водяры поехал. Для пахи. Не знаю, зачем там поехал. Только, короче, застукал их. Прям в кустах с этой кобылой. Вот вся любовь, как говорится. Через неделю после свадьбы такой мне выдают. Ну и что ты им сделала?
Ну что ж, я дура, что ли, к ним подходить? Я же мешать не стала. Пускай, пускай тыкаются на здоровье. Ну и что теперь будет? А что теперь будет? А ничего не будет. Пускай тарит кого хочет. Главное, чтобы войны не было. Ба! Ага, иди вниз! Во, Ленка, учись, как надо с мужем обращаться. Я тебе поучусь. Я если тебя застукаю, я тебе эту вилку в грудь воткну. Может, не Андрюха был, мало ли. Да чего мало ли? Я же, наверное, там стоял и послушал, прежде чем вывод-то делать. Чего, я не знаю, что как мой муж родимый это делает. Ну ничего теперь. Ну а что теперь? Чё? Ничего теперь. Пусть он что-то и делает, что хочет. Нет, что, я что ли виновата? Папа! Па! О, привез этому бобру выпить, а он уехал, обосранец. А чего Андрюха так долго? Так а что долго? Пока туда доехал, пока туда сё, пока обратно. Чего долго-то? А что туда сё? Да ничего, а что? Куда он уехал-то, бобёр сраный? Не, я, главное, тут для него заводяра езжу, по степи шныряю туда-сюда, а он, не, ну нормальный человек, а. А куда туда-сюда? Ну ты нам-то расскажи, нам очень интересно про туда-сюда послушать. А чё рассказывать-то? Ну ездил и ездил, чё? Давай лучше по такому случаю выпьем. А зачем же мы пить-то будем? Да какая хрен разница за чё? Ну давай хоть за луну, мать её. Ну, короче, поехали. Добрый вечер. Не помешала? Да нет, помогла. Знал ты, что я здесь. Так, а я иду, короче, на моторке. Мимо. Че, на моторке? Ага, на моторке, на своей. Так я не слышала мотор. Так я его выключил. Так я не слышала, чтобы мотор работал, а потом ты его выключил. Так я его давно выключил. Когда? Ну, километров за 8 отсюда. А мне беда, пират откусил Маш палец. Маша, это дочка, да? Да. А пират это что такое? А вон лежит. Почему он умер? А его мой муж выстрелил. И что делать теперь?
пошла. Сейчас уже муж проснется. А он что, спал, что ли? Он тебя не хватился, что ли? Он 2 года не пил, а вчера напился и упал. Я пошла будить. А дочь? Она у соседей, надо в больницу везти. А дальше что? Я не знаю. Наверное, должно все пройти. Думаешь, что пройдет? У тебя должно. А у тебя? Я не знаю. Я пошла. Лопату оставь. Потом в кустах заберешь. Бабуся с деткой. Как это? А Маша моя где? А они ее ночи. Они ее в больницу везли ночи на детке на машине. Как на машине? Деда же не было. А он ночью из города вернулся. А зачем в больницу? Ваша Машке рука разболелась. Она даже блевала. Они вас искали, а потом уехали. А дядя Валера с ними? Нет, дядя Валера пьяный. Он спал. Я за ним бегал, но не мог разбудить. Он у вас на кухне на полу лежит. А бабуля... Вера! Сейчас. Вера! Сейчас я все сделаю, Вера. Сейчас все будет, Вера. Пойдем. Сейчас в больницу. В смысле? Пойдем. Ты куда, Вера? Вера, подожди. Вера! Вера! Thank you.
чё, почему в таком виде? Я не слышу. Все, надо будет посмотреть. Если завтра будет хуже, будем отправлять в Волгоград. У вас машина есть? Есть. А что они сказали? Они куда поехали? Домой? Не знаю. Вы что, не рядом живете? Рядом. Мы разминулись. Ну, езжайте домой. Они, наверное, уже там. Сколько до вас ехать? Часа три. Два. Ну вот, завтра привезете, уколем, осмотрим. И если что хуже, отправим в Волгоград. Но думай, что ничего. А ведь жалко. А что с ним? Вы что, не знаете? Знаем. Его собака откусила. Мы приехали. Воды нет. Встали, короче. Может, что поедет? Да кто тут поедет? Два года будешь ждать. Пошли так. Как? Так, пешком по земле. А машина? А машину потом заберем. Thank you.
Вас ждал? Соседский. А чё пожарных-то не вызвали? А чё толку звать? Через 3 часа только. А чё, телефон что ли? Нет у нас телефона, некуда звонить. Если случится что-то, ну не знаю, плохо кому? У нас нет телефона. А люди там не сгорели? Нету там никого, я чувствую. Не, ну хозяева-то где? Живы, здоровы, я чувствую. Дождь будет. Вон наш главный пожарный. На небе. Ты чё, грома боишься? Нет. А чё тогда? Страшно? Пойдем. Здесь рядом у меня лодка. На ней сплавимся вниз. Пойдем. А потом ты куда денешься? Я уже никуда не денусь. Мы дочку твою возьмем и пойдем ко мне. Будем жить в моем доме всегда. Пойдем, не бойся. Сейчас я встал. Давай еще 5 хотя бы. Отдохнем все. А если ты мужа своего боишься, то не бойся, я с ним поговорю. Ну, любовь не сможет. Я просто страшно. Просто так. Мне вообще не страшно, это не страшно. Я просто не знаю, что со мной творится. Мне нужно подумать. Нужно понять, что происходит. Я знаю. Я тоже ничего не понимаю, что к чему. Но лучше не думай. А то, когда думаешь, только хуже. Пойдем. Сейчас. Сейчас еще минутку сидим, пойдем. А мужа своего не бойся. Я его убью, сестра. Ну, куда мы дальше? Вон прямо за этим лесом.
Там дом, там лодка. Правда, недоделанная. Возьмем лодку, спустимся по Медведице до Дона, а там два часа и мы у тебя. А чей дом? Это мой дом. Правда, я уже неделю там не был. Заодно и посмотрим, что там творится. Thank you.
переодеться. В таком виде нельзя. Замечать, что все вокруг сделалось серого цвета. И потом я увидела, что все залеплено такой серой речной тиной. Дома, это уже была деревня, деревья, заборы. Там были коровы, они тоже были залеплены серой тиной. Они шли по улице. Серые, словно их тщательно обмазали. А я шла по улице им навстречу. А дерево? Дерево исчезло. Это была такая страшная картина. Дома, деревни, где все замазано серой речной тиной. Как после сильного наводнения.